Андрей, добрый день. Сегодня 6 апреля 2019 года. Снимаю второй видеообзор по изготовлению вашего сруба. Вот у нас там на заднем плане первый колодец уже готов. И ребята, бригада Николая Фатиева рубит второй колодец. Срублено 4 ряда. И там дальше сейчас пройдем. Сделаны выноса уже верхние. По диаметрам 26, вершина коми 31, вершина 26, тут у нас комель 32. Все у нас, ребята, любят по проекту сруб. Сразу же делают отверстия под нагеля. Это вот у нас верхние выноса и бревно, на которое будет опираться стропила. Примерно через полторы недели рубку сруба завершим. Там дальше подождем, пока бревно немножко подсохнет, будет потеплее. Обработаем антисептиком. Ну и в мае будем готовы отправить к вам на участок и собрать. Сзади у нас вот уже зимний лес. Складываем в клетки карим, чтобы сохранить бревно. На этом видеообзор завершу. Спасибо за внимание. До свидания.